CityLux представляет линейку гибких трековых светильников для основного и дополнительного освещения жилых или общественных помещений. Трековые светильники, наверное, самый универсальный вид освещения, что касается формы. Трековые системы состоят основой – это гибкая шина, представляющая собой две медные токопроводящие пластины в пластиковом защитно-декоративном корпусе, который, по сути, можно задать фактически любую форму – от прямой до круга или восьмерки. Трековые системы выпускаются в трех цветах – коричневый, серебристый и белый. Конструкция светильника позволяет использовать данный тип светильников, по сути, на любой поверхности. На вертикальной ли, на горизонтальной, либо наклонной. Место подключения у трековой системы может находиться в любом месте по всей длине трека. В линейке треков CityLux представлены варианты направленного света «Акцент» и рассеянного света «Классик», «Модерн», «Антиб» и «Реймс». Трековые системы выпускаются в виде готовых комплектов двух размеров – 3,2 метра длиной. Комплектуются соответственно 6 и 4 светильниками. Дополнительно к ним на треке можно разместить подвесы. Что еще немаловажно, в сериях представлены двойные и одиночные настенно-потолочные светильники и отдельные потолочные подвесы, которые можно дополнительно установить в помещении, сохраняя целостность стиля. Можно приобрести соединительные элементы токопроводящих шин, что позволит получить осветительную систему произвольной длины с максимальной суммарной мощностью на треке до 3 кВт, что дает широчайшие возможности по освещению пространств и созданию оригинальных дизайнерских решений. CityLux. Чтобы свет был элегантным, удобным и эффективным.